Вот это чудо я обнаружил, когда приехал домой к родителям. Сейчас я вас поставлю, чтобы удобнее было. Ой, блядь. Несколько вопросов к этому гусю имеется. Во-первых, самый важный вопрос. Что мне сюда засунуть, спрашивается? Кря-кря, ёпта. Упустим этот момент. Вопрос номер два. Как мне на него смотреть? Вот так гусь. И вот так гусь. Данная особь имеет очень странную форму. Форму самолета. Ёб твою мать. А что если самолет это сделали по форме гуся? Вот как оно все. Вопрос номер три. Здесь у него имеется какая-то некая твердость. Я вот ее жмякаю, а ничего не происходит. Соответственно, где кря? Может быть, это молчаливый гусь? Хорошо, просто нужно сильнее нажать. Гусь, давай говори.